Приветствую вас. Давайте мы с вами для начала попробуем определить, что вообще произошло. Мужчина обманул, обнадежил, манипулировал. Это что? Вот что это такое, что вы пишете? Что он играл со мной в любовь, что он притворялся и так далее. Это вы рассказываете про него, про мужчину. А если мы с вами попробуем посмотреть на ситуацию немножечко с другой стороны. Если вы человека любили, как вы говорите, то вы дарили ему свою любовь, ласку, тепло, нежность, чтобы что? Ну, вот вы говорите, обнадежил. Обнадежил на что? Обнадежил чем? Что мужчина дал вам такого? Что мужчина пообещал вам такого, что вы повелись? Ведь вы же повелись почему-то. Знаете, то, что вы сейчас описываете, состояние обиды. Состояние обиды. Вот подумайте, чего сейчас хочется вам. Чего хочется тел? Чего хочет тел? Что оно желает? Вот попробуйте дать телу тоже, что оно хочет. Эмоции, позвольте идти. Позвольте себе расслабиться. Позвольте себе быть той, кто вы есть. Позвольте себе быть так, как вы есть. Позвольте себе это. Не запрещайте. Сейчас у вас эмоции играют. Эти эмоции нужно прожить. Все прожить эмоции нужно. От начала и до конца. Эмоции нужно прожить. Эмоции вы проживете, и будет легче вам. Тогда уже сможете подумать. Да? Подумать. Что мужчина вам пообещал? Такого. Такого важного. Такого необходимого вам. Да, вот, на что вы повелись? Чего вам не хватает в своей жизни, в вашей жизни? Чего не хватает? Подумайте на эту тему как следует. Подумайте, что вам нужно. Просто вот, ну просто попробуйте для себя на этот вопрос ответить. Понимаете, какая штука? Вот. Попробуйте подумать. Что нужно вам?
чего вам хотелось бы, чего вам желалось бы. А после этого, вот, после того, как ответите себе на этот вопрос, постарайтесь подумать о другом. А так ли это мужчина, вот, такой негодяй, виноват в том, что с вами произошло? Такая ли это несправедливость с вами случилась? Реально ли была несправедливость у вас? Реально ли то, что вы сейчас переживаете, то, что вы сейчас чувствуете, то, что вы сейчас испытываете, это все ответственность мужчины? Скорее всего, нет. Вы сами пришли к этому. Вы сами пришли к тому, что с вами сейчас происходит. Вы сами пришли к этим отношениям. У вас была потребность, и вы подумали, что эту потребность может удовлетворить этот человек, этот мужчина. Вы сами так решили. Понимаете, какая штука? Вы решили, что вашу потребность удовлетворит мужчина. А в действительности это не так. Он обнадежил вас потому, что вы были нуждающиеся. Он обнадежил вас потому, что увидел, что вам нужно, и решил сделать вид, что это у него есть. И вам больно не потому, что несправедливо он поступил. Вам больно потому, что вы лишились того, что, как вы думали, обрели. Наконец. Чего лишились-то? Что, как думали, обрели? Знаете, люби вы его искренне, люби вы его, чистосердечно, скажем так, люби вы его настоящей любовью, да, вот, вы бы не переживали. Любимый человек был с вами какое-то время. Ему было хорошо. Правильно? Ему было хорошо. Значит, потом ему перестало быть с вами хорошо. Ему перестало быть комфортно с вами. И он решил уйти. И вам, как любящей женщине, это нужно было бы принять, но вы это не приняли. Почему? Вот и попробуйте подумать на эту тему. Почему вы не приняли? Что вам не позволило, не позволяет принять его выбор? Что вам не позволяет принять его, позицию, его, так сказать, поведение и так далее. Попробуйте подумать. Попробуйте на этот вопрос ответить. Сами себе. Вот. И тогда, я уверен, многие вещи станут для вас более понятны. Далее. На мой взгляд, у вас идет какое-то вот здесь переложение ответственности в том смысле, что вы говорите, как пережить несправедливость. То есть вам обидно именно из-за того, что это, по вашему мнению, несправедливость. А почему вы считаете, что это несправедливость? Почему вы считаете, что это не естественно, то, что произошло?
Ну, мужчина видел, что вы чего-то хотели. Мужчина видел, что вы в чем-то нуждались. И он дал вам это. Да, пусть на время, но он вам это дал. И в чем здесь несправедливость? Да, он играл с вами в любовь, возможно. Но вы-то его любили, но вы-то какое-то время были счастливы, правильно? А, ну, с ним. Значит, что это значит? Ну, значит, в общем-то, цель мужчины была достигнута, правильно? Ну, на какое-то время, на какой-то временной промежуток. А если цель была мужчины была достигнута, то так ли это важно? Так ли важно, играл ли он с вами в любовь или нет? Знаете, какой момент? Но то, что вы говорите, то, что вы воспринимаете, его слова, его поведение, его действия, как, значит, ну, несправедливость какую-то, это говорит о том, что у вас есть свои представления об этой самой справедливости. И эти представления о вашей самой справедливости являются, ну, определенным таким, знаете, мерилом, как бы, того, что правильно в жизни, того, что там должно быть в жизни, например, и так далее. Вот. При этом вы, очевидно, отказываетесь, как бы, принимать реальность вот такой, какая она есть. И из-за этого, я полагаю, страдаете. Ну, вот как это видится мне, по крайней мере. Вот. То есть, не может быть несправедливостью то, что произошло. Это случилось. Значит, до этого есть причины. И эти причины нужно понять. Эти причины нужно увидеть. Эти причины нужно заметить. Понимаете, в чем дело? Подкорректировать и сделать так, чтобы этого больше не произошло. Чтобы это больше не повторилось. Но, еще раз повторю, пока у вас есть чувства, пока у вас есть эмоции, пока они у вас, ваша рациональная, ваша интеллектуальная, работать не будет. Нужно отреагировать. То, что вы испытываете сейчас, нужно дать эмоциям выйти, потому что, ну, у вас обида. Обида мешает вам, обида не дает вам возможности анализировать то, что произошло. Вот. Ну и, соответственно, я вам хочу сказать такой момент, то, что если вы обижаетесь, ну вот если вы сейчас как бы говорите о несправедливости какой-то, если вы сейчас переживаете из-за того, что мужчина вот так вот с вами поступил, то, скорее всего, подобная модель поведения использовалась с вами и раньше. То есть вот ваша нуждаемость, да, вот, ну, ваша нуждаемость, которая имеет место быть, да, то есть чем мужчина обнадежил по вас, ваша нуждаемость, она, эта нуждаемость, стало следствием того, что вы сейчас нам написали. То есть, как бы, то, что вы, возможно, нуждаетесь в любви сами, то, что вы, возможно, боитесь одиночества сами, то, что вы, возможно, там,
испытываете еще какие-то потребности, например, в заботе о себе, да, то есть нуждаетесь в заботе о себе и так далее. То есть это, по сути, недолюбленность. И вы, испытывая эту самую недолюбленность, как бы обижаетесь на тех людей, которые не могут вам это предоставить. И считаете это несправедливостью. Вот. Ну, опять же, если бы вы были самостоятельным, полноценным, равноправным партнером в отношениях с мужчиной, то не было бы ваших переживаний. Вы бы легко его отпустили, вы бы легко приняли бы то, что он ушел от вас. Вот. Подумайте, чем манипулировал мужчина? Чем обнадежил? Вот вы вините себя, да? Говорите, что вот, была дурой, верила и так далее. И что? Что вам это даст? Что вам даст подобное обвинение, подобное бичевание себя? Скорее всего, ничего не даст. Абсолютно. Потому что это опять же позиция такая, что вот я дура, верила, я нуждаюсь в жалости. А делать-то что дальше с этим? Понимаете? Вот об этом нужно думать. Если говорить о том, как пережить несправедливость, то, во-первых, перестать считать это несправедливостью вообще. Во-вторых, подумать, как вы оказались в этой ситуации, чем руководствовались, когда в ней оказывались. Вот. И чего хотели. И тогда больше никто не сможет вас вот так вот обманывать и манипулировать, потому что вы не будете движимы надеждой. Вы будете движимы простыми чувствами. Я хочу делать тебя счастливым, например, или не хочу. И если хочу, то мне все равно, сколько это продлится. Один день или всю жизнь. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.